Полицейские Ленинского округа приняли у себя в гостях учеников старших классов. Сотрудники Управления Министерства внутренних дел России по Ленинскому району вместе с представителями Общественного совета при ОМВД провели день открытых дверей для ребят, которые находятся в семьях под опекой или попечительством. Начали экскурсию, как и полагается, с дежурной части. Вот сюда поступают все сообщения. Здесь постоянно в услужливом режиме работают три сотрудника полиции, которые принимают звонки, принимают решения, направляют наряды. Сотрудники дежурной части показали ребятам, как с помощью видеокамер в режиме реального времени можно следить за ситуацией на дорогах и улицах. Экскурсия продолжилась фильмом о служебно-оперативной деятельности полицейских, где также рассказывалось о традициях, заложенных в МВД России по Ленинскому району. А потом перед школьниками выступили представители различных служб, и дети узнали об особенностях работы в уголовном розыске, Следственном комитете, отделе дознания, госавтоинспекции. Ребят пригласили в тир и показали специальные упражнения для сотрудников полиции. Вот это вот имитация транспортного средства. Соответственно, здесь сотрудники полиции отрабатывают навыки стрельбы из пистолета, из автомата. В завершении встречи гости познакомились с кинологами. Они показали возможности своих питомцев, а именно, как задерживают правонарушителей с использованием служебной собаки и умение четвероногих друзей обнаружить взрывчатые и наркосодержащие вещества. Школьники отметили, что такой прямой диалог с полицейскими позволил по-новому взглянуть на эту нелегкую, но очень важную профессию, а многие выразили желание служить в органах внутренних дел.